Итак, друзья, всем привет. Приехал вновь на рыбалку. Приехал на реку Деркул половить живца. Потаскать, так бы сказать. Здесь у нас все ловится. Плотвичка, подлечка попадается и окуня есть. Сейчас поставим палатку, зажгем свечку в палатке и будем там рыбачить. И надо еще место подкормить рыбу. Будем хлебом кормить. О, мороз у нас хороший дает. Градусов на 20-25. В палатке будет тепло, наверное, рыбачить. Мерзнуть не должны будем. Так, друзья, все, палатку залез, одну лунку очистил, закидаю прикормки и начну рыбачить. Посмотрим, что с этого получится. На улице прям мороз хороший дает, чувствуется. Взяли свечку, сейчас свечку зажгем, чтобы хоть тепло шло. Есть поклевка. Есть. Есть. Плотвичка попался. Ну, хорошая плотва. Вот такой аппетитный пучок. И вперед. О, сразу. Ах, рамочка. Вот опять поклевка есть, пожалуйста. Так. Ага. Мелкая. Акушер попался. Акушарик. Вообще маленький такой. Ох. Хотел отпустить, и на крючок сам налетел. Да, в общем, рыбалка такая хорошая, более-менее палатки тепло, не холодно. Пар с рук идет. Сейчас попробуем мормышку подергать, может там мормышку что будет клевать.
Итак, свечка горит, тепло идет немного от нее, небольшое. Так. Тихо. Вообще маленький попался. Ой, погода какая вообще, ветер сильный. Плотва что-то отошла куда-то в сторону. Друзья, немного под корнем, хлебом. Плотвичка любит хлебушек. Должна подойти она. Вот так. Есть такой крупный. Есть. Крупный какой попался, смотрите. Гигант прям. Здоровый. Тихо ты. Стой. Ну, друзья, немного хлебушка подбросал, и она пошла насловиться. Потеплее с ней. Вот, пожалуйста. Тащила. Ох, какая гигантка. Гигантская. Вот она какая. Вот. Хочешь наложить. И... Палатка стоит неудобно, ветром снесло, когда я устанавливаю. Надо вообще желательно переместить немного. Правее. Пойдет. Ох, опять есть поклевка. В общем, рыбалка хорошая, такие плотвички хорошие там попадаются. Ага. Никак не решится схватить меня. Опарыш. Вот. Свеча наша горит, ветре прям поставили ее, потому что палатки ветер сдувает. А здесь нормально прям. Немного леска замерзает. Все равно теплее, чем на улице, намного. Ага. Ух! Есть. Вот. Очередная плотва.
бутылка там. Что-то непонятно. Ага, поклевка, ты только закинул. Друзья, я опять ее. Слабенько тут пока. Чуть плохо дых-дых. Да, друзья, в палатке рыбачить хорошо. Не холодно. Даже если на улице мороз такой стоит хороший. Вот здесь тепло. О. Ах, что-то не успел. Все равно в палатке тепло. Что-то поклевка не понятно. О, есть. Окунь, друзья. Мелко что-то. Вообще. Мелкий пушок. Маленький-маленький. Так вот. Вторая утка тоже заклевывалась. Пытается. О, есть, есть. Подвижка опять. Чебачело маленький. Иди назад. Хорошие. Полностью утопило. Тихо-тихо-тихо, несколько трещит. Нифига, кобыла как попался. Тихо-тихо-тихо, родная. Ты дома на крючке у нас. Вот я. Хорошая такая. Опа, здесь тоже приводит. Нет. Сразу полку утопила и утащила под воду.
общем, друзья, рыбалка хорошая. Поклев есть. Тут уже радует. И плотвичка такая хорошая, крупная. Прыгает. О, о, есть, есть. Есть. Ладно. Тихо ты. Опа. Печка горит. В палатке тепло и хорошо рыбалка идет. Не мерзнешь. А, есть тоже поклевка, еще одна. Ух, хорошее что-то. Еще плотва. Какая хорошая там попалась. Там все, да? Чуть-чуть поклевал и бросил. Друзья, что, всем пока. Собираюсь домой, порыбачил, потаскал рыбеху, плотвичка клевал у нас, окушок и подлечик. Вот такая рыбка у нас клевала. Хорошая плотва, окушки. В общем, рыбалка удалась. Всем пока. Ставим, друзья, лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока.